Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и подошла очередная серия для игры «Безумные монстры». Ну что ж, давайте приступать, наверное, потихонечку, да? Так, мы можем здесь что-то усилить? Нет, к сожалению, не можем, потому что не хватает каких-то там листочков. Ну, постараемся их где-нибудь набить. И у нас уровень монстров 3, в бой. Так, безумные монстры нас ожидают. Они так и жаждут получить от нас люлей. Так, жаба моя активировалась. Это что еще за слизнюк такой? Новый монстр, слизень. Ага, хорошо, у него топор, главное, внутри. Слабый удар, наносит 52 урона, 8 секунд у него. Ага, неуязвимость, дает неуязвимость переднему монстру. Применяется раз в 10 секунд. Ну что ж, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Так, а мы начнем с арбалета, пожалуй. Вот так вот, каждому по заслугам. Так, слизнюк горит, это замечательно. Ага, этот пузырь прочнее, чем кажется. И использую пестициды, чтобы снять эффект с монстров. Хорошо, как скажешь, ну-ка. Ага, смотрите-ка, мы сняли этот пузырь, то есть он теперь без защиты. Так, ну давайте-ка жахнем его хорошенечко. Замечательно, ага, он мне в ответку ударил. Так, слизнюк, ты меня достал. Пора с тобой завязывать, по-моему, мне кажется. Ты смотри-ка, каждый дает мне по щам. Сдохни, гад. Так, ну что ты там, скелет, усатый, бородач. Пора, по-моему, с тобой завязывать. Выкуси! Ну как, понравилось тебе? А я сейчас еще что-нибудь вам. Давайте, наверное, вот так вот, арбалетик. Ха, скелет готов. И остался тут у нас пенек, который, опять же, воображает, что он вампир. Ну, сгоришь ты или нет? Да, сгорел. Так, у нас здесь башня, я смотрю. Ага, лучник, слизнюк. И гоблин. Так, этого решим сейчас мы с вами. Надо с ним завязывать, ребятушки, и как можно быстрее. Сейчас попробую вот так вот с дробовичка его. Опачки! Топориками теперь. Ах ты, чмошник, что делает, а? Ты посмотри. В пузырь себя закутал. Ладно, пестициды нам помогли в этом деле. Да, арбалет, конечно, не смог у нас добить это все. На, гори, башня, нафиг. Так, давайте добивать. Добивать нам нужно этого гаденыша, который возомнил из себя Робин Гуда тут. Выкуси, гад. И гоблин, ну его мы должны, в принципе, быстро разбомбить. Шикарно. Так, башня. Я знаю, что он наносит маленький урон, но, тем не менее, он достаточно крепкий. Все, шикарно у нас вышло. Ох, ребята, а у меня очень мало хп, буквально 127, а тут у нас еще 3 врага. Так, муха поганая, сейчас ты у меня получишь свое. Блин, и атаковать-то нечем, ё-моё. Давай так вот из дробовика. Шикарно. Так, давай, блин, лук успею, нет, интересно я? Нет, наверное, не успею накопить, ребятушки. Ай, ты, черт бы тебя побрал. Буквально немножко не хватило, но здесь я бы навряд ли бы что смог сделать. Поэтому давайте, ребятушки, переиграем мы с вами этот уровень. Думаю, что сейчас у нас все будет хорошо. Так, понеслась, ага. Новый монстр слизень. Ну, это мы с вами уже читали. И будем пробовать все-таки побеждать эту компашку, которая нас сейчас будет потихоньку здесь, наверное, разбирать опять. Так, ты меня достал, вампиреныш, иди отсюда. Вот мы будем с этого слизняка с вами начинать. Гори, скелет, отличненько все. Так, вот он сделал, так, где... Ой-ой-ой, я же забыл, ребята, надо пестициды, конечно же, применять. Какие тут бесполезно стрелять, потому что этот пузырь непробиваемый. Так, скелетон. Я близок, я очень близок. Чтоб тебя убить. Так, давайте бросим. О, хорошо, горит слизнюк у нас. Так, скелетик, ты будешь догорать или нет? Не хочет, к сожалению. Так, ладно, мы его так разобрали, ребята. И у нас дракулита. Нет, мы возьмем себе слизняка. Сейчас буквально его добьем. Опять он пузырь свой делает. Хе-хе, не помогло ему это. Давайте-ка разбирать вот этого последнего паршивца. Опять у нас очень мало хп. Все здесь очень быстро надо делать, успевать. Зачем я это сделал, а? Фиг с ним. Готов. Ага, вот она и еще компашка выбежала. Тю-тю, из арбалетика. Готовы. Меняем и начинаем потихоньку разбирать слизняка этого. Так, гори, падла. Ага, гоблин у нас горит. Замечательно, давайте из арбалета. Не добили, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы его быстренько вот так вот захерачим. Опять он ставит эту свою оболочку гребаную, которая его, опять же, не спасает. Вот он, гоблин, иди сюда. А, он сгорел, отлично, ребята. Поджигаем башню, естественно, топориками. Интересно, за кого мы вообще играем, а?
очень хотелось бы это узнать. Не похож, что это человек, по крайней мере, руки у него какие-то не такие. Так, о чем я вообще сейчас думаю, а? Так, давайте-ка дальше, кинем, наверное, гранатку. Вот. Блин, жалко, конечно, что гранатка не поджигает. Так бы было вообще замечательно. Так, муха у нас здесь. Муху сейчас будем топорами мы с вами колбасить. И сейчас еще из дробовика я бомбану. Вот так вот, шикарненько. Слушайте, добью топорами я ее. Нормуль. Так, этот у меня пузырь. Пузырь на себя повесил, который его, естественно, не спасает. Так, ну дайте мне что-то нормальное. Вы дали мне, а? Зашибись. Ну давай его так сделаем. Хорошо. Сейчас, я думаю, жахнем из дробовичка. Да, давайте сделаем так. Не будем ждать лука. Так, гори, мелкая деревяшка. Топорами. Все, замечательно. Пока у нас идет великолепно все. Мало хп, но я думаю, что это последняя у нас группа, которую нужно разобрать. Выкуси, зараза. И топорами мы его добиваем. Отлично. Да, ребятушки, все, мы прошли с вами. Получаем, естественно, награду и 45 ледяшек. Так, давайте-ка я открою, наверное, вот этот сундучок. Потрачу 10 алмазиков. Ничего страшного, как говорится. Получаем топоры дровосека. И все, что ли? Ну, как-то скудненько. И у нас, видимо, ребята, сейчас с вами будет босс-слизнюк. Смотрите, сколько здесь всяких прибамбасов. Да, опять же, все-таки листочков у нас не хватает. И мы не можем улучшить свое оружие. Печально, печально. Ну ладно, не будем с вами о грустном. Давайте переходить уже непосредственно к боссу. Липкий и вязкий у нас называется миссия. И поехали. Так, жаба активировалась, отлично. И у нас тут пенек, гоблин и слизнюк. Получите из арбалетика. Так, поменяем. Надо нам этого гоблинца разобрать. Наверное, быстрее, желательно. Так, отличненько, он горит у нас. Получи пенек. Так, ну давай быстрее, откат, откат, откат. Давай гранату, отлично. Так, и слизнюк у нас здесь. Где мои пестициды? Вот так вот, сняли с него защиту, теперь его добиваем. И остался у нас здесь пенек. Выкуси, пень трухлявый. Замечательно, гори в аду. Давайте рубить его. Так, что у меня тут? Давайте еще, наверное, пальнем в него. Все, сгорел на работе чувак у нас. Хочешь знать, как действует карта? Зажми интересующую. Угу, понятно. Давай зажмем. Наносит урон по задним целям, инженерный апогей и магическая крутотень в одном устройстве. Ну, это мы, ребята, и так прекрасно знали. Продолжаем. Давайте из арбалета шмальнем сейчас. Отличненько. Так, мне бы, конечно, поменять. Вот. Теперь будем разбирать, наверное, слизнюка. Выкуси, гад. Так, топориками его теперь. Поменяем, надо теперь муху. Она у нас критует, поэтому надо ее в первую очередь грохнуть. Сейчас залп из дробовика. Оу, щит, ребята. Так, где пестициды? Вот они. Сняли. Гори, башня. Так, и добиваем топорами эту гребаную муху, замечательно. Так, теперь давайте слизня этого разбирать. Бам, должен сгореть. Отлично, все, замечательно, ребята. Давайте теперь добиваем башню. И я думаю, что, наверное, у нас будет пройден уровень. Хотя вряд ли, по-моему, еще будет одна волна. Сейчас увидим. Сейчас мы эту башенку только разберем. Выкуси, гад. Да, да, ребята, ого. Долго же мне пришлось тебя ждать. Я буду переваривать тебя месяцами. А у самого угада в желудке, посмотрите, какая-то бочка с радиоактивными отходами. Ладушки, тогда из арбалета. Замечательно. Так, скелет, надо с тобой что-то сделать. Выкуси, гад. Ха. Топорами теперь, все, он должен сгореть. Шикарно. Так, слизнюк пускай у нас горит. Это, я так понимаю, босс. Так, граната. Все, сейчас мы должны мухомора задолбить. Блин, ё-моё, да что ж такое-то, а? Где пестициды? Срочно они мне нужны. Все, и добиваем этого мухомора. Замечательно, все, босяра. Ну что, кто там кого будет месяцами переваривать, а? Гад ты этакий. А ну-ка вкуси, дроби, урод. Топоров теперь на закусочку. И, блин, я даже не знаю, что лучше, что быстрее. Давай гранату. Все, отлично. Так, и еще раз улей. Так, и из дробовика. Чпок, готов огурец, ребята, уносите его подальше от меня.
За нами победа, и мы получаем с вами сундучок. Сейчас мы его, ребятушки, и вскроем, посмотрим, что нам из него выпадет. 30 рубинов нужно потратить. Кстати, у нас открывается новая какая-то карта. Огненный дробовик, отлично. Здесь у нас пестициды. И последнее, это топоры дровосека. Интересно, мы можем что-нибудь с вами улучшить? Опа-на, дробовичок мы с вами улучшили. Хорошо, так. Пестициды не можем. И гранату тоже, к сожалению, не можем, ребята. Топоры. Да, печалька. Ладно, будем далее проходить. Кто это у нас такой, а? Что это за морячок? Мне очень интересно посмотреть на него. Так, давайте тогда приступать. Грязные тролли. Ага, это тролль, наверное. Так, жаба активировалась. Чудесно просто. Но новый монстр, тролль. Так, способности. Слабый удар. А здесь осада. Окапывается на передней позиции. Нельзя сдвинуть. Ого, вот это круть, ребята. У меня есть для тебя внушительный подарок. Ну и какой же? Холодильник. Отлично подходит для метания во врагов. Жаль, с точностью беда. Угу. Ну-ка, испробуем. Хо-хоу, ничего себе жарит холодильничек-то, ребят. Оу, да он еще при этом и замораживает врага. Вот это то, что нам и не хватало, в принципе. Так, ну дайте мне чем-нибудь. Кажется, этот толстяк что-то замыслил. Мне бы сейчас его долбануть чем-нибудь, ребята. Теперь его не сдвинуть, но вот эта штука поможет снять любые эффекты с монстров. Попробуем? Хе, конечно же. Оу. И он у нас сдох. Так, гоблин. Давай-ка мы его поменяем сейчас. Вот так вот. Мне нужен этот олух. Холодильник. Добили. Замечательно, ребята. Все, остался только гоблин. Ну давай, давай, откат. Из арбалета сейчас по нему. Опа, опа. Готов. Так, опять у нас здесь тролль, как вы видите. Давайте поменяем на эту вонючую муху, которую тут же сразу, наверное, и прихлопнем. Нет, смотрите-ка, живучая гадина, а? Сгорело, все, отлично. А этот гад у нас окопался, но не тут-то было. Пестициды делают свое дело. И у нас гоблин. Давайте-ка его бомбанем. Ах ты, посмотри, тролль так и лезет на первые ряды. Он свое получил, тогда будем, наверное, его менять. Так, сейчас, сейчас, подождите, ребята. Выкуси залп огня. Блин, у меня только граната и арбалет. Давайте, наверное, из арбалета. Оп, опа. Слушайте, довольно неплохо он бомбит. Так, тролля мы сделали с вами. И остался лишь гоблин. Все, который тоже сгорел. Блин, еще одна компашка, а. Так, 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 давайте поменяем этого. Блин, вот действительно с холодильником немножко проблемы. Потому что я думал, что он сейчас ударит по первым рядам. А он бьет куда-то непонятно куда. Ладно, фигня, все это должны выстоять. Хотя у нас мало, ребята, хп. Да что ты будешь делать, а? Он еще в такой каске, гад вонючий. Так, мухоморишка, ага. Давай-ка выкуси. Бомбанули, сгорел. И у нас скелетик. Срочно активируем холодильник. Ага, он у нас на тролля подействовал. Ладно, не беда, будем бомбить тогда с вами тролля. Так, гори скелет. Черт, ну как же долго-долго откатывается холодильник. Оу, скелета мы забомбили. Все, остался лишь только тролль у нас, который, в принципе, уже не жилец. Давай, 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 только бы не... А, ну, в принципе, он бьет не так сильно. Поэтому мы выживаем, ребята, и проходим эту миссию. Победа за нами. Получаем 63 листочка. А листочки нам нужны, вы помните, да, это? Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь достанется из этого деревянного сундучка. Сколько дадите карт мне? Две. Хорошо, холодильник и леденящий лук. Да, улучшить я пока ничего не могу. И я так понимаю, у нас с вами опять будет очередной сейчас босс, ребята. Завершите эту главу, чтобы открыть режим приключений. Хм. А как будто я куда-то могу деться. У меня нет выбора, ребят, только лишь проходить. Проходить уровень за уровнем. Так, молодец, жаба, даешь мне баф. Тебе тут не рады. Вали-ка в свои леса, пока можешь. Тролль, они припухли ты, а? Я тебе сейчас нос-то дальше добрею. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Ух ты, хорош лук, просто замечательно. Бомбит не по-детски. Так, скелетик, выкуси. Сейчас мы его добьем из дробовика нашего. Черт подери, да, тролль, ну вот куда ты лезешь, а? Да. Всю малину мне просто-напросто испортил, ребят. Так, давайте-ка топором его. Блин, мне бы поменять. Давайте вот так мы сделаем с вами. Мухомор сейчас этот разберем с вами.
Тун, готов у носите. Так, топорами его. Так, 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 что у меня тут? Давай холодильник попробуем. Так, заморозили тролля, замечательно. И скелет у нас тут остался. Сейчас, сейчас, да что ж такое-то, ничего подходящего нет, ребята. Вот арбалет. Готов, блин, скелет выжил, а? Зараза, ты посмотри. Но недолго он плясал. Так, у нас здесь слизнюк. Потом я вижу тролль у нас здесь. Так. И гоблин. Гоблин у нас, я так понимаю, дамагер здесь, да? Холодильник. Холодильник все время почему-то на тролле у меня активируется, не пойму. Почему именно так? Ну да ладно, давайте поменяем сейчас. У нас да елки-палки, мне нужен... Вот, вот, слизнюк мне нужен. Давайте вот топорами приголубим маленько. Так, у меня тут улей. Все. Гоблин у нас сгорел. Да что ж ты будешь делать? Этот чмошник окопался у нас здесь. Ладно, выкуси тогда, гад. А, он неуязвимый еще при этом. Опачки, а я не знал этого. Я думал, что он просто окапывается, его нельзя сдвинуть. А он еще помимо этого и неуязвимый. Тогда получи холодильник, урон. Чтоб рожу-то ей больше не видеть. И гори дальше. Ну, сгорел, отлично. Я есть тролль. Ну, очень рад этому. Давай мы тогда немножко поменяем расстановочку и гранатку закинем вам туда. Как говорится, привет от нас всех. Так, топорики у меня, холодильник. Опачки, замечательно. Заморозили мы с вами гоблина. Надеюсь, сейчас никаких эксцессов не будет. И мы с вами, ну, отличненько. Блин, ну этот все равно, гоблин выжил. Ладно, ульем его добили. Так, опять это в осаде. Пестициды в помощь нам. Так, холодильник. Хе-хе, замечательно. Лучше, как говорится, не придумаешь. А теперь поменяем и шмальнем сразу же. Вот так вот. Смотри-ка, не сгорел, давайте топорами его. Все. Ну что, тролль, я есть тролль, а я есть Грут. Давай-ка, кто кого. Арбалет. Тюк, тюк. И все, в принципе, ребяточки, сейчас мы делаем ему заморозку. Блин, у меня очень мало жизни, мне нужно поспешить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай-давай, дробовик, быстрее. И еще мне что-нибудь, ну, ну. Оу, нет, ребята, ну как так? Ну там немножко ему оставалось. Ё-моё, ладно, давайте переиграем. Главное, долго не мешкаться. Выбирать сразу цель и бомбить ее по-черному. Так, жаба у нас активируется. Так, ну давай, тролль, свою реплику. Тебе тут не рады, вали-ка ты в свои леса, пока можешь. Нет уж, родной. Сейчас ты у меня отсюда свалишь. Давай гранату для начала. Вот так вот. Так, заморозили мы этого хламона. Так, давайте из дробовичка шмальнем. Так, поменяем. Мне нужно вот этого скелета разобрать, потому что он у нас дамагер. Много урона наносит, а нам это ни к чему сейчас в данный момент. И, как видите, у меня ничего нету. Воу, да ладно, пестициды. Так, замечательно. Меняем. Так, мухомор, как бы мне тебя забомбить? Давай из дробовика. Гори, паскуда. Так, и у нас сейчас должен откатиться холодильник. Воу, шикарно. Попало именно на него, как говорится, то, что надо. Так, холодильник, еще разок. Добили мы этого мухомора. Но также мне нужно вот этот вот скелетик подбить. Да ты заколебал, тролль, окапываться, а? Постоянно мешаешь мне. Как назло. Выкуси, гнида. Нет, он еще жив, ты посмотри. Так, ну скелет-то должен сгореть. Все, сгорел скелет, и добиваем этого тролля. Следующая у нас партия. Так, заморозочка. Дальше поменяем. И давайте, наверное, вот так вот гранатку. Сейчас топорами мы его добьем. Нет, не добили почему-то, к сожалению. Да ты заколебал. Ну, тролль, ну на самом деле, ты надоел уже окапаться. Ты мне все планы мои сбиваешь. Так, улики в рот. Так, слизняк. Слизняк успел поставить защиту. Блин, где мои пестициды? Нету их. Их просто нет, ребята. Оу, все. Можно сказать, что здесь я проиграл. Потому что пестициды только сейчас появились, и я уже, как говорится, потерял инициативу. Они уже преобладают. Так, заморозочка. И вряд ли я здесь вытяну по хп, ребята. Не получится. Я не могу его сдвинуть, даже шар не помогает. Вот какой вот он гад крепкий. Это тролль. Так, меняем. Слизнюк. Так, троллю мы кидаем улей. Этого топорами колбасим. Ты посмотри, тролль никак не хочет сгореть. Ох, да ё-моё, вы посмотрите, я только собираюсь выстрелить, и он ставит защиту. Ну, сгоришь ты или нет? На ули тебе. Все, ребята, последнее. Я есть тролль.
Последняя тут у нас компашка, но вряд ли у меня получится их победить. У меня очень мало хп, 231 всего. Так, надо либо очень быстро действовать, либо мне повезет только если удача фартанет мне. Так, давай, быстрее, дробовик. Ну, надо же, он, блин, гад, подхилился. Где холодильник, когда он мне нужен, а? А, пестицидики. Давайте вот так вот улей поменяем. Дамагера этого надо сносить. Но он навряд ли, хотя он сейчас горит, отлично. Так, мухомор, быстрее, мухомор, нужно. Заморозили мы его. И у нас остался только тролль, нужно как можно быстрее. Ой-ой-ой-ой, ребятушки. Вы сами прекрасно все видели, но я не отступлюсь просто так. Давайте еще раз переиграем, только уже в два раза быстрее все это надо делать. Жаба, ты, по-моему, меня не бафаешь. Как-то слабенько все у нас тут проходит. Ладно, это мы все читали, начинаем. Поехали из арбалета. Тюнь-тюнь. Так, меняем. Мне нужно вот этого скелета расколбасить гранату. Нормуль. Так, топорами я его добью. Нет, не добил. Хорошо. Да что ты будешь делать? Окопался опять, придурок этот. Так, что бы сделать? Что бы сделать? Давай, арбалет. Так, замечательно. По крайней мере, мухомор сдох. Теперь мы сейчас с вами разберем быстренько скелета. Готов. И тут у нас остался только тролль. В принципе, довольно неплохо идем. Заморозился он у нас. И будем его потихоньку разбирать, пока у нас действует заморозка. Да, она, конечно, быстро проходит, но этого достаточно нам. Все, вторая волна у нас здесь идет. Давайте-ка тогда вот так вот поменяем мы. Топориками. Дамагера надо в первую очередь сносить. Так, готов. Гранатку. Нет, не добили все-таки. Я думал, сможем добить. Не получилось. Этот опять тут окапывается. Паразит. На, пестицидов глотни. Так. Ага, тот сгорел, замечательно. Так, защиту он поставил. Угу. Ну что же, не повезло нашему слизняку. Сейчас мы его разберем. Пока тут у нас стоит в щите. Так. Нормуль, все, ребята, сейчас. А где мои пестициды, ё-моё? Вот они, давай быстрее, быстрее. Пока он там что-то думает, раздумывает. Быстрее колбасим его. Так, 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 давай, холодильник, все, готов. Вот она, последняя волна. Я есть тролль. Да мне плевать, давайте из арбалета начнем. Шикарно кританули. Так, поменяем, я надеюсь, мухомор сейчас смогу завалить. Хе-хе, вау. Вот это хорошо, это фартануло нам. Да что ты будешь делать, а? Этот говнюк лезет на рожон. На, блин, зачем пестицид применил? Он же просто поменялся. Так, замечательно. Холодильник, холодильник, нет, давайте, наверное, вот так вот сделаем. А теперь поменяем и добьем его топорами. Этого... гоблина. Все, остался лишь только босс у нас. Жри, улей. Так, он его схавал, а теперь давайте, наверное, заморозим его. Да-да, это будет лучший вариант. И будем потихоньку разбирать. Выкуси дроби, отлично. Так-так-так-так. Жри еще улей. Блин, ну что такое, давайте, наверное, из арбалета его добьем. Опа, опа, замечательно, ребята. Ух ты. Еще один ящик у нас. И кто это такой? Это заяц, что ли? Медведь, бро, я знал, что ты не оставишь меня в беде. Ребята, мы играем за медведя. Вот, оказывается, за кого мы с вами рулим здесь. Я помогу тебе морковной магией. Морковной магией он мне поможет. Наконец-то мы знаем, за кого мы теперь играем. За медведя. Вот оно что. Замечательно. Давайте мы с вами начнем с открывания сундучка за 30 рубинов. Что нам здесь выпадет? Ну-ка. Осколочная граната, замечательно, я могу ее улучшить. Так, холодильник пока не могу. Пестициды могу улучшить. И леденящий лук. Хорошо, давайте переходить тогда с вами в инвентарь. Ох ты, у нас сколько листочков, ребятушки. Хо-хо, я могу все улучшить здесь. Круто. Так, значит, и топоры тоже. Вообще великолепно. И на этом все, ребятушки. Так, что это у нас вообще за карта? Урон поджигающих способностей увеличен. Не любит Пасху, морковные стереотипы и то, что вы не способны отличить зайца от кролика. Так, родная локация — ржавые пики. Понятно. Ну, я надеюсь, он будет мне хорошо помогать. У нас с вами, кстати, ребятушки, новая какая-то локация со скелетиком. Сейчас мы с вами туда и пойдем. Будем разбирать их всех. Еще, кстати, чуть-чуть, и мы с вами пройдем первую главу. Понеслась, как говорится, да? Вау, активировалась жаба и кролик.
Поехали. Начнем, наверное, с арбалета. Хоп, хопа, замечательно. Так, холодильник, прям на тролля. То, что нужно. Слизнюк, иди сюда, я буду тебя немножко сейчас мучить. Так, выкуси, гад. Так, дробовик, давай, дробовик. Тунс, отлично, меняем. Блин, осада. Не могу поменять, пестициды нам в помощь. Так, что у нас тут? Дробовик, отлично. Так, топоры, применяем. Слишком много энергии я трачу на этого тролля. Так, давайте вот этот улей бросим. Нормуль. Так, арбалет. Добьем. Отличненько, одного мы грохнули. Так, теперь меняем слизняка, сейчас топорами зафигариваем. Все, он сдох и остался только лишь тролль. Замораживаем его и уже будем потихоньку разбирать. Так, с дробовика пускай выкусит. И что у нас тут? Давай вот так вот. Все, следующая компашка. О, башня появилась, давно я ее не видел. Выкуси тогда гранаты. Давайте заморозку. Так, поменяем, нам нужно вот этого вот гоблина. Топорами будем его колбасить. Так, дробовик мне нужен. Шмальнули, замечательно. Так, улей жри. Так, пестициды пока нам не нужны. Холодильник применили, замечательно, одного грохнули. Так, стена, ты мне не нужна, в принципе, здесь. Давай поменяем. Добьем все-таки этого гоблина. Ну-ка, холодильник. А, нет, холодильник пошел на стену, ладно. Сейчас улей ему тогда кинем еще. И из дробовика мы... Да ладно, какого фикуса-то, а? Зря он, конечно, отпрыгнул. Ну все, ребят, давайте добивать. Арбалет нам в помощь. Ну, сгорит и гад. Отлично. Так, еще одна волна. Начинаем с гранаты, ребятушки. Так, улей жри. Меняем и топорами, наверное, его забиваем. Нет, не получилось. Сейчас мы его из дробовика еще шмальнем. Все прошло на отлично, ребята. Только здесь есть один маленький нюанс. У меня очень мало хп. Я не знаю, смогу ли я победить их или нет. Сейчас все это увидим. Да, к сожалению, я не смог. Блин, вот зараза, а. Победа была уже практически в руках. Ладно, давайте переиграем с вами. Так, кролик, жаба, давайте активируйте свои способности. Ё-моё, блин. Ту-ту-ту-ту-ту, меняем. Так, давай-ка заморозочку, отлично. Так, гранатка. Так, сейчас, что тут откат? Топоры. Так, давайте-ка, наверное, улей бросим. Пускай он там жрет этот слизнюк. Он, наверное, должен сгореть, по идее. Так, пестицидики. И с дробовичка, наверное, нет. Так вот мы поменяем, а теперь с дробовика. Тейнс, отлично, топорами. Тот слизнюк у нас сгорел, это хорошо, ребятушки. Так, давайте, наверное, арбалет. Да, арбалетом будем. Скелет готов. Ну что, тролль, давай поговорим теперь. Заморозочку и будем его уже здесь потихоньку разбирать. Улей ему в рот. Так, гранату. И топорами. Все, отлично. Так, еще одна волна. Не расслабляемся, ребята. Давайте-ка, наверное, вот так вот заморозочку. Арбалет. Ну-ка. Хопана, все шикарно. Так, давайте мы этого гоблина сейчас будем разносить потихоньку. Ну-ну-ну, давай, быстрее. Получи и распишись. Так, жри там нафиг это дело все. Мне бы, наверное, вот так вот сделать, да. Это будет самое оптимальное. Так, заморозку. Тот у нас, ребята, в броне, как видите, да? В ауре. Это плохо. Все, слизнюк готов. Ну, гоблин, естественно, сейчас... Ай, не туда, зачем? Я же забыл, что он в защите. Разбираем, ребята. Да какого лешего ты поменялся? А, он же отскакивает, точно, ребята. Забываю все время, что он отскакивает. Ну почему холодильник? Блин, ну ты задолбал. Ну не туда ты... Мне нечего просто даже использовать, а? Ребят, давайте гранату. Все, пестицидами сносим защиту здесь. Так, улей ему в рот. И теперь из дробовика. Сгорит? Нет, нет, топорами добьем его. И последняя волна, ребята. Так, арбалетик. Чпок, замечательно. Теперь мы меняем с вами. Залп из дробовика ему в лобешник, отличненько. Так, давай улей бросим, пускай жуют там. Приголубили, отлично. И топорами его добиваем, ребят, добиваем топорами. Ай, подхил сделал этот мухомор ему, собака. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, думаю, что мы здесь опять с вами не затащим. Посмотрите, что у нас получается. Хотя есть еще маленький шанс. Где моя, блин, заморозка? Сейчас звезданет. Сейчас звезданет, ребята. Нет, я еще жив. Но у него столько хп, я не знаю, получится мне пробить его. Арбалет этот пока... Так, замечательно. Ну, топоры. Нет, сейчас ударит. Ох ты, я еще живу, ребята. Ну, холодильник.
Есть! Вот это называется, я вырвал победу просто-напросто зубами. По-другому здесь это не назовешь. Замечательно, мы получаем с вами деревянный сундук. Ну, в нем, естественно, очень мало карт. И у нас открывается что-то такое эпическое, вы видели? Так, какие карты нам достаются? Так, леденящий лук и холодильник. Холодильник, кстати, мы можем с вами улучшить. Поэтому сейчас мы этим делом и займемся. Шикарно. Больше все, пока ничего у нас нету. Вы посмотрите, да, сколько тут всяких хреновин. Хе-хей. Ух, сундучки тут у нас золотые, серебряные, кристальные даже, да, смотрите, бронзовые. Ну, мне жалко, честно говоря, рубины на это тратить, поэтому просто с вами посмотрим. Вот гарпун, видите, 200 кристаллов. Купить одну карту за 200 рубинов, да, нет уж, ребятушки, спасибо большое, я как-нибудь перебьюсь. Так, и последний у нас здесь, ну это граната Тесла, аптечка, в общем, пока мы это все не будем покупать. Давайте-ка мы попробуем вот сюда зайти, кто это у нас такой? Большой и страшный босс. Хо-хоу, босс, ребят, здесь, кажется, еще есть боссы, реальные боссы. Так, жаба, кролик, отлично. Ого, это кто? Новый монстр, сшитый Фрэнки. Ёлки-палки, сколько у него способностей, неизвестно. Так, наносит 225 урона и разрезает самую дорогую карту. Ого. Так, гудок. Пока прячется за щитом, призывает на помощь двух монстров. Черепаха. Прячется за щит на 65 и 35% жизни. Получаемый урон снижен на 90%. Хо-хо! Тебе еще не приходилось сражаться с настоящим противником, жалкий червяк? Ах так? Хорошо, выкуси-ка с арбалета для начала, сосунок. Так, ули тебе в рот. Так, дробовик на изготовку. Так, нам менять некого, поэтому шар, в принципе, здесь нам не понадобится. Пестициды, в принципе, тоже. Давайте из арбалета еще разок. Шикарненько. Опять он спрятался. Давай подождем и накопим больше маны. Понятно, значит, его бесполезно здесь бомбить. Будем сидеть с вами, отсиживаться. Кстати, он делает свой гудок. Сейчас вызовет, по-моему, монстров себе в помощь, да? Ну-ка, точно, ребят, смотрите, мухомор и скелет прибыл. Так, давайте-ка мы вот так поменяем с вами. Гранату бросим, отлично. Так, топоры, улей бросаем. Заморозка и добиваем его, ребята, добиваем его. Так, топоры, отлично, все, мухомор доигрался. Теперь у нас тут скелетик. Опа, вы видели, что он? Этот гад взял мне и разрезал карту. Скелет, выкуси нафиг, а? Отойди отсюда от меня, дамагер хренов. Даже не думай, что делать. Опять он спрятался. Давай подождем и накопим больше маны. Ну что ж, давай подождем. Слушайте, мне нужно как можно быстрее его разобрать. А то он так и будет сейчас вызывать. Опять он свой гудок включает, смотрите, колокольчик. Да? Я прав? Точно я прав? Ладно, хорошо. Я думаю, может гранату сейчас бомбануть, а? Вот так вот, отлично. Топоры, что у нас? О, арбалет есть. Замечательно, еще гранату. С дробовичка бомбим. Пускай нюхнет пестицидов. Вот так, отлично. И топорами. Ну, пила, опять режет карту мне, гад. Так, ули. Оу, у него еще и защита, аура. Ёлки-палки. Что же делать, что же делать? Где у меня это? Так, все, этого мы замочили. Где мои пестициды, я спрашиваю у вас, а? Ё-моё. А так, разрезает карту он мне, вот они, наконец-то. Снимаем с него защиту и... Дробовик, ну давай быстрее, ну! Бау! Отлично! Думаешь, победил? Не так просто. Я еще вернусь за твоей шкурой. И побежал куда-то во свояси. Ребятушки, мы завалили с вами только что в первый раз босса. Действительно, настоящего натурального босса. Получаем 160 листьев и... кристальный сундук. И новый уровень у нас, ребята, новый уровень, пятый. Мы получаем с вами сколько? 99 хп. Ух ты, что это здесь такое? Вот это была мясорубка. Мы с твоими друганами съели тонну попкорна. Хм, очень рад слышать. Отлично, теперь тебе доступен новый режим приключений. Хо-хо, в этом режиме ты сможешь зарабатывать много сокровищ. Вот это уже хорошие новости, вот это меня уже радует. Так, ржавые пики, ребятушки, в бой. Давайте посмотрим, что это у нас такое за приключение и что мы здесь можем зарабатывать. Как он сказал, большие там сокровища. Ага, а хламон это все те же. Но ватные, посмотрите, как я их легко разбираю.
Просто блаженство. Иди сюда ко мне, гоблин. Я тебя сейчас свинцом угощу. На-ка, выкуси. Так, улей бросим, наверное. Нет. Да, давайте вот гранату лучше. Опа, отличненько. Так, а теперь топорами. Замечательно. Улей ему в рот, и он должен сгореть. Все. А, у нас еще волна здесь. Ладно. Продолжаем нашу баталию. Так, поменяем. Эту муху нужно сносить, ребятушки. Фу, на выстрел ее и хватило. Так. Гоблин, смотри-ка, выделывается, а. Ай-яй-яй-яй-яй, мне нечего... Так, пестициды, раз такое дело. Так, ульем добили. И заморозку, ребятушки, заморозку обязательно. Так, топорами. И с дробовичка. Хлобысь. Так, ну-ну-ну-ну, давайте из арбалета добьем. Чик-чик. Опа-на, и третья волна. Я надеюсь, это последняя у нас будет. Так, холодильничек. В принципе, дамагер сейчас уже свое получит. Сдохнет он. Ха-ха. Так, мухомор, мухомор. Так, это не то у нас идет. Так, давайте-ка, наверное, вот шмальнем в него. Отлично. Так, у нас что, холодильник? Нет, давайте арбалет. Чик-чик. Ну что, в принципе, все, ребята. Сейчас мы добиваем этих гадов обоих. Так, давай, холодильник мне. Нет, гранату. Все, гранату бросаем. Гад, ну тот сгорит, стена сгорит, ребята, остался только мухомор. Все, есть. И мы с вами проходим уровень. Получаем с вами 54 гайки, как-никак, и победу. И деревянный даже сундук с двумя картами. И получаем мы с вами топоры дровосека и дискошар, замечательно, ребятушки. Так, что тут, эпичная победа, но это только начало. Посмотри, что нам предстоит сделать. И что же нам предстоит сделать? Ого, какой-то список мне тут повесили. Задание. Ядрить тебя на корень. Выполнение заданий – ключ к обогащению. Так, победить в любой локации, убить 15 грибов, 25 монстров поддержки. А теперь вернемся на карту. Хорошо. Не терпится продолжить? Давай, я помогу тебе. Хотите ускорить восстановление? 49 рубинов. Моих, что ли? А нет, ребята, не моих. Он свои тратит. Ладно, давайте тогда посмотрим, что у нас тут в следующем бою. Кто? Так, ну понятно, жаба, заяц, все это активируется. Ага, выбежали голубчики. Ладно, с арбалета начнем. Дальше мы, наверное, бросим с вами улей. Замечательно. Так, дробовик, выкуси-ка, тролль хренов. Ну-ка, давай топорами его добьем. Ах ты, посмотри, что делает. Где мои пестициды, срочно их. Все, замечательно. Так, улей, жри, гаденыш. Так, он и сгорел там заодно. И топорами будем с вами его, наверное, кромсать. Этот тролль тоже готов. Все, мухомор только остался у нас. Давайте холодильником его, наверное, и добьем. Хе-хе. Шикарно. Так, у нас вторая волна, ребята. Гранаточка пошла. Так, и с арбалета еще шмальнем. Оу, скелет сдох, замечательно просто-напросто. Так, поменяем. И гоблина мы топорами должны забомбить. Так оно и вышло. Заморозка теперь. Опа, и будем его потихоньку разбирать здесь. Улей для начала. Так, теперь из дробовичка. И топорики, топорики в дело. Ну, сгорел. Все, третья волна, ребята, арбалет. Как обычно, все по стандарту, ничего не меняем. Так, иди-ка сюда. Выкуси дроби. Отлично. Так, теперь холодильник. Заморозили, ладно, фиг с ним, что не того. Ну, как говорится, заморозка есть заморозка. Так, улей, пускай там жрет пока. Где мои пестициды? Давайте снимем защиту. Замечательно. И теперь выстрелим в него. Все. Так, топорами его добьем. И остался у нас только лишь дракулита. Сейчас мы его, ребятушки, давайте из арбалета. Хопа, хопа. И добьем, наверное, с вами вот так улем. Сгорел сосунок. На кого они батон-то крошат, а? Хмыри хреновы. Так, ребятушки, все, победа за нами. Деревянный сундук и три карты. Тут у нас выпадает холодильник, также и жгучий улей. И жаба войны. Даже карточка на жабу выпала. Отлично просто. Вот это победа. Давай проверим прогресс заданий. Так, собираем. И нам дают, я так понимаю, сундук в приз, да? Ха-ха. Круть. Что я могу еще сказать вам, ребята? Так, что ты опять мне тут пришел? Смотри, сколько дел тебя ждут. Глаза разбегаются. Это точно, ребята. Тут дел просто непочатый край. Ускорить. Мы можем, кстати, за 90 открыть. Что нам здесь выпадет? Гарпун. Круто. Молот Тора. Хо-хо. Жгучий улей. Нифига себе. Осколочная граната. Тоже могу улучшить. Ё-моё. Пестициды. Шикандос. Дискошар. Обалдеть. И леденящий лук.
Я все это могу улучшить. И холодильник даже. Хе-хей. А хватит ли у меня ингредиентов? Твой арсенал пополнился. Чтобы использовать новую способность, придется заменить карту. Так, новая способность, да? Вот эти вот молоторы я могу поменять на обычные топоры. Я надеюсь, они хороши. А здесь у нас притягивает случайную цель на переднюю позицию. Иди сюда! Да, гарпун тоже хорошо, но пока мы, наверное, вот оставим эти карты, которые у нас с вами есть, да? Менять мы ничего не будем, а лишь только думаю, что надо улучшить все. Так, холодильник улучшаем. Замечательно. Так, гранату, естественно, тоже. Все, что мы можем, все будем сейчас с вами улучшать. Так, пестициды. Дальше у нас лук идет. И улей. По-моему, все. Да, ребята, больше мы ничего не можем. Ну, а на этой ноте, пожалуй, я и буду завершать этот ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А мы с вами увидимся в следующем видосике. А на этом все. Всем пока. До скорого.